Всем привет! Я Тюра, дает прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы Антверпен-Фенербахче. В матче 3-го тура Фенербахче был ближе к победе над Антверпеном, но не смог реализовать свои моменты. Из двух пенальти Валенсия забил только один. Первая пижонская попытка оказалась неудачной. Исполняя поненку, Валенсия угодил в перекладину ворот бельгийца. Антверпен откровенно отскочил в этом матче, гости забили очень быстрый гол, а во втором тайме отыграли с углового. Обе команды сейчас пребывают в далеко не лучших игровых кондициях. Антверпен последние три матча взял только 4 очка. Фенер проиграл оба матча, что играл. В итоге у турецкого клуба нарисовалась серия из 8 результативных матчей, Антверпен забивал в последних 6 матчах. Встречаются аутсайдеры группы D, и проигравшая команда точно не попадает в плей-офф. Шансы команд примерно равны, и здесь запросто снова может быть ничейный исход, который не устроит ни ту, ни другую команду. С учетом того, что Фенер проиграл 2 последних матча и без побед в последних 4 матчах, здесь можно говорить, наверное, таки о непроигрыше гостей, которые смотрелись намного лучше в домашней игре. Посмотрим, на что ставил народ за последнюю неделю. Коэффициенты изменились несущественно, чуть прогрузили на гостей в низовом и нулевом матче. Хоть общие коэффициенты говорят в пользу таки забивной игры. Из связки Total больше обе забьют до x2, самый высокий коэффициент стоит на Total больше 1.87. На обе забьют до 1.67, на x2 1.52. Учитывая проблемы обеих команд в защите, самым ожидаемым вариантом здесь идет, наверное, обе забьют до за 1.67. Однако на роль оптимальной ставки все же лучше взять Total больше, который имеет выше коэффициент аж на 0.2. Тут, скорее всего, если будет обе забьют да, то будет и Total больше. Ничья не устраивает ни одну из команд. На роль доходного варианта здесь можно взять на удачу победу гостей за 2.61. Ну вот получше смотрится Фенер в этой группе, чем Антверпен. Бельгийцам где-то чуть больше везло, Фенеру наоборот, чуть больше не везло. Если удача не будет играть за ту или иную команду, здесь гости запросто могут взять 3 очка. На этом все. Дядя Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы.